Biznesiniz nə qədər kiçik olursa olsun, onu Paşabankla şəffaflıq və dürüstlük prinsipləri əsasında qurursunuzsa, uğur hər zaman sizinlə olacaq. Paşabank, zirvələrə doğru, birlikdə. Мы рады приветствовать вас на очередном уроке в нашем бизнес-классе. Сегодняшним нашим гостем является Вугар Сафаров, создатель компании «Проспер». Вугар, добро пожаловать на очередной урок в нашем бизнес-классе. Спасибо. Вугар, расскажите, пожалуйста, как вы начали свой бизнес, о вашей карьере предпринимателя, каковы были ваши первые шаги? Я ушел со всех работ, перестал со всеми общаться. Сел такой, начал думать над тем вообще, чего я хочу в жизни. Я понял, что окей, то есть у меня есть MBA образование, логическое следующий шаг — это MBA. Ну, потом подумал, что это такое MBA, там, Master of Business Administration. Начал думать над тем, что окей, то есть человек, который прочитал книжку по тому, как водить машину, не может Шумахером стать, да? Наверное, логичнее пойти водить машину. Точно так же, если ты хочешь Master of Business Administration стать, то у тебя есть уже базис MBA, и пора уже реально обучаться на практике. А вот так как бы первое решение было того, чтобы начать бизнесом заниматься. Поговорим о вашем детище. Вот Prosper Studio. Okay. Как появилась идея ее создать? Зачем? Что она делает? Вы пришли в какой-то момент, вы поняли, что надо вот вы создаете эту студию. Зачем? Ну, основная мотивация изначально, то есть сугубо моя, да, была в том, что я хочу развиваться, и бизнес для этого хорошая площадка, потому что она довольно трудная, и она тебя как бы заставляет работать над собой. Я хочу учиться новому, и я хочу становиться профессионалом в том, в чем я обучался. И, соответственно, следующий шаг — это то, что ты начинаешь это делать. Я посмотрел все свои навыки, посмотрел у нас там среди друзей, знакомых, какие навыки есть, которые как бы превалируют. Да, это было видео, это были веб-сайты и так далее. И мы поняли, что окей, то есть это все то, что мы умеем делать. Как его можно назвать? То есть можно его как бы зонтиком покрыть под названием Digital агентство. И вот так как бы, то есть есть продукт, и нужно как бы его как-то оформить. Да? И вот так появился как бренд Prosper Digital Agency. Логика, то есть, исходила из того, что хочется развиваться, умеем делать уже что-то, и как бы вот тебе открывается площадка для того, чтобы ты развивал свои навыки, развивался. А Digital Agency, то есть продуктами вашей работы, это что? Это вся коммуникация любой компании в пространстве, где есть подключение к интернету. Это может быть там на телефоне, допустим, как ты коммуницируешь с этой компанией, да, как ты пользуешься ее услугами, или там через интернет, то же самое, там, за компьютером, да, заходя там в социальные сети, как ты видишь этот бренд, как ты им пользуешься, как ты его услугами пользуешься, вот это все об этом. Есть у вас такой продукт, который, я человек достаточно далекий от всего этого, но мне интересно, что вы подразумеваете, у вас есть такая вещь, как digital marketing, то есть это что-то, я так понимаю, что это новое для нашего рынка, вот что это такое? Ну, чтобы было ясно, да, условно, если вы сегодня ходите в банк, чтобы оплатить все, услуги и так далее, перевести деньги, то завтрашний день — это когда вы все это делаете с смартфона, да, послезавтрашний день — когда филиалы закрываются, потому что смысла у них нет, уже поток аудитории исчезает. Вот это как бы то, все эти инструменты, которые позволяют перейти с одной точки в другую, да, то есть из физического пространства вы девайсы, решение вопроса через девайсы, решение через интернет, вот все это. В то же время public relations, да, если вчера это был телевизор только, да, то сегодня у тебя превалируют социальные сети, превалируют онлайн-СМИ. Вот газеты были, они вот уже трансформировались, да, их очень мало осталось, они в основном госбюджетом, да, финансируются, потому что уже рекламу не дают, потому что не читают. Легче просто там три буквы написать, открыть сайт и почитать оттуда, да, это будет и свежее, и updated daily и так далее. То есть, соответственно, все равно ты приходишь к тому, что все диджитализируется, да, и вопрос возникает того, как себя будет вести бренды там. То есть они будут, как в обычной жизни они думали о потребителе, о том, чтобы самое лучшее им предоставить, самый быстрый сервис, лучший, качественный, информировать его, стимулировать его к покупкам и так далее. То же самое сейчас происходит в интернет-сфере. И, соответственно, это вот тот переход от одной точки в другую.
Вот чем занимается digital marketing. Да, он берет бренды, берет компании и позволяет им производить продажи через интернет, давать возможность пользоваться их услугами через интернет и так далее. Современного рынка в Азербайджане. Digital marketing – это то, что вы предлагаете вашим клиентам, или то, что они сами хотят, и они… То есть от кого исходит инициатива? От клиентов уже. То есть если 2-3 года назад было от нас, то сейчас от клиентов, но как бы пока чувствуется, что это вот первый левел, да, то есть дальше они будут развивать это. Допустим, кто-то создает новый продукт, уже понимает, что к нему нужен веб-сайт. Дальше он думает о том, что окей, нужно, если этот продукт уже развит, люди купили его, он думает, как облегчить им жизнь, да, он думает о том, чтобы сделать приложение, которое позволяет все эти функции там визуализировать и так далее. Да, и вот по такой механике они приходят к тому, что нужно, допустим, приложение, нужны игры, нужно еще что-то. Да. Вугар, я с большим удовольствием задаю этот вопрос, как человек, который, как и все мы родом из детства, насколько я знаю, Prosper — это единственное агентство, которое занимается мультиками. Я вообще, когда первый раз увидел, мне было очень интересно, я увидел это в мультик-рекламу. А как пришла идея вообще заниматься анимацией, снимать это, мультики? У нас как бы подход уже какой-то формировался, то есть есть вопрос того, какие люди есть просперовцы, да, то есть мы их видим в разных местах, встречаемся, и они как бы сливаются к нам, да. Это люди, которые замотивированы на какой-то профессиональный рост в своем направлении. Это порядочные люди, и это профессионалы уже на каком-то уровне, да. И такие же люди работают в Проспере, да, и мы их находим, и они все больше таких людей работают у нас. И вот в один момент мы решили, что окей, мультики — это круто, давайте попробуем делать мультики. Начали делать мультики. Так, эпик фейлы одна за другой, и в один момент мы дошли до уровня, мы поставили себе KPI, смешарики, такого же качества, достигли этого же качества. Мы изучили там книги по тому, как вообще анимация происходит, создается, да, и вывели KPI, следующий — это Angry Birds, то есть у игры визуальная ее часть, да, вывели там, где перспектива, детализация и так далее. И довели, когда уже до этого уровня, мы сделали первый проект. Он получился... Мы его сравнили, увидели, что то же самое качество, поняли, что да, мы уже можем производить продукт, который такого же уровня, как и у всего остального мира, да, то есть у хороших игроков в этом мире. И тогда мы поняли, что окей, то есть если уже есть продукт и value, то его надо брендировать. И вот тогда появился уже Prosper Cartoon Studio, да, то есть это отдельное направление, которое занимается анимацией. Потому что приходить у диджитал агентства заказывать анимацию — это как-то не так, да. А другое дело, что мы поняли, что мы делаем уже хороший продукт, и можно его уже забрендировать и выходить с ним, да, на рынок. И отдельно уже появился Prosper Cartoon Studio, который занимается этим. Чем анимационная подача информации отличается от других традиционных или нетрадиционных видов подачи? Мы углубились в этот вопрос как раз потому, что хотели понять хорошо, а для клиентской стороны какую ценность она несет, да, а для клиентов, наших клиентов, какую ценность несет в B2B секторе, да. И мы поняли, что есть как бы различные направления, да, это объясняющий ролик. Допустим, условно вы создали новое приложение или новый там какой-то продукт, сервис, и вам нужно донести до вашей аудитории вообще, как это все работает. Условно вы сделали, допустим, бухгалтерские услуги вы предлагаете, да, и вам нужно объяснить вообще, какой вы сервис предлагаете. То есть вот это то самое, что когда приходишь на встречу и обсуждаете уже детали, да. Оказывается, это все можно компоновать в один ролик, там минутный, полтораминутный, который может тебе все это объяснить. И может объяснить и визуально, и еще с голосом, то есть что позволяет тебе еще более углубиться. Второе направление — это обучающее. Мы начали делать свои социальные проекты, да, и в них мы поняли, что это хороший инструмент для того, чтобы когда специалист говорит, то, что ты воображаешь, когда он говорит, да, это все визуализировать. Так сделали вот бизнес Ингай Далары проект, да. Пошли дальше, поняли, что это та же самая промо-реклама, да, показать какой-то продукт на ТВ и где-то еще, да. Потом мы еще углубились, да, что еще может быть, да, мы поняли, что это может быть так называемые how-to-ролики. How-to-ролики объясняют тебе, как пользоваться, допустим, веб-сайтом, функционалом или там онлайн-банкингом или чем-то еще. И вот так потихоньку там социальные ролики, да, одно из этих направлений, да. Мы поняли, вот где ценность для рынка, да. Вот такая вот история. Вугар, мне очень сложно уйти от темы анимации.
Затрону немного другой ее аспект. Ваша студия впервые в Азербайджане создала нашу азербайджанскую не видеоигру, как она называется, анимационную игру. Я говорю о Губустане. Окей, мы его партнерство с Абшироном делали. Вот. Да. А как вообще появилась эта идея? Почему вот, да, давайте создадим, имея вот такое, со всего мира можно скачать, поиграть. Почему, вот как появилась эта идея? Идея, она пришла с чего? У нас партнеры Абширон, то есть это на их стороне происходило, они пришли к нам, что, ребята, мы хотим сделать такое приложение. Мы сказали, окей, начнем делать вместе его. И сделали. То есть вот так, как бы вот так, ничего сверхъестественного. Задача была в том, что каждый турист, наверное, который приезжает сюда, один раз скачал, поиграл, ему стало интересно и поехал посмотреть Губустан, да. Вот. И плюс еще свои же тоже, да. То есть это все-таки интереснее тач быть в диджитал пространстве с чем-то своим национальным, да, чем-то другим. Вот такая история. А вы говорите о туристах, а вот какова вообще вот реакция общественности? Классно, мы к нему сделали ролик, в котором этот, тогда популярен был этот шпагат Ван Дамма, да, под него сделали вот азербайджанского такого неандертальца, да, из Губустана, который делает шпагат, и за счет этого мы получили 50 тысяч где-то вот около людей, которые скачали через iOS, Android платформы и в Facebook ее играли, да, и это за 3 недели. То есть это хорошо бум получал. Да, и сейчас тоже это скачивается, но уже не такая тенденция. Да? То есть день бывает там 5, 10, 15 скачек. Бугур, у меня так два вопроса сразу в одном. А вот это Губустан, как первая игра, которую вы создали, она была коммерчески выгодной? И исходя из этого, вообще, как вы видите вообще, вот, рынок вот этих виртуальных игрушек в Азербайджане? В Азербайджане? Перспективен или нет? Нет, в Азербайджане очень много вещей не перспективно, потому что она, рынок сам маленький. Okay. Соответственно, игры — это не азербайджанская тема. То есть здесь заработать на них миллион и так далее — это не та тема. Но плюс в том, что мы не в Северной Корее. Соответственно, у нас есть телефон, у нас есть, не знаю, интернет. Мы можем всегда позвонить, мы можем, не знаю, пользоваться интернетом, да, соответственно, мы всегда можем выходить на международный рынок. И вопрос возникает только того, что у тебя есть два шага, да, важных. Первое — придумывать правильные продукты, которые будут играть, будут интересны. И там есть какая-то наука геймификация, это правильный механизм игры и так далее. То есть это все те вещи, которые нужно знать, чтобы это делать. Второе направление — это правильный капитал привлекать, да, потому что у тебя затраты первичные, если делать хороший продукт, они бывают довольно большие. Но для этого тоже сейчас есть ICT-фонд, который там 3-4 раза в год объявляет о том, что можно подавать на них. То есть это вот создает какую-то площадку, где ты можешь первичные инвестиции брать у фонда, или там, или можно частным предпринимателям приходить, там условно, что дайте мне миллион, и я с него сделаю 2, да. И если это, конечно же, реальные цифры, реально видно, что это будет, да, так. И все, и вот таким образом появляются венчурные такие проекты, которые выходят на международный рынок. Мы задумываемся, но мы пока не идем в этом направлении, потому что пока недостаточно экспертизы для того, чтобы выйти на международный рынок. Вот. А я из любопытства все-таки вернусь к своему первому вопросу. Вот Губустан — это с точки зрения бизнеса, это был выгодный проект? Да, или... для нас это выгодный, выгодный. Но для, с маркета мы ничего не забрали. То есть это бесплатная игра для всех. А, окей, я понял. Я тихо-тихо вернусь к таким чисто насущным вопросам бизнеса. Mm-hmm. Вы как, скажем так, человек, ответственный за свой бизнес. Mm-hmm. Вас касается проблема кадров. Вот как mm-hmm. вы ее решаете? У нас уже вот это сложилось так, да, что мы, нам важнее, чтобы человек был порядочный, у человека были цели, и мы его уже внутри доведем до уровня, который нам нужен. Потому что если он замотивирован, у него есть цель, то у него вся жизнь делится на то, что помогает к этой цели дойти, или же его тянет назад. Да? И, соответственно, таким людям, когда создаешь платформу, где он может обучаться, где у него хороший коллектив, где ему дают все возможное, его ценят и так далее, да, это очень быстро превращается в хорошую квалификацию. Потому что магии нету, да, есть определенные знания, есть определенная практика. Вот у нас проходят и обучаются. То же самое мы делаем, допустим, по анимации мы берем художников, собираем, мы делаем среди них кастинг, берем самых интересных, и их обучаем иллюстрированию, анимации, базису.
Если эти люди уже развиваются дальше, они или приходят к нам, или приходят к каким-то из нашей области компании и начинают работать в этих направлениях. То есть это какой-то вот такой толчок, да, тоже. Но внутри у нас это вот это очень важно, в чем плюсы, да, маленькой компании, у тебя может быть синергия внутри компании. И эта синергия, она позволяет всем друг другу развиваться, да, потому что появляется понимание того, что если ты не сделаешь это, соответственно, ты подведешь всех остальных. И это не кто-то с другого департамента, которого ты раз в месяц видишь, что это человек, который вокруг тебя, да, такой же, как и ты, который тоже выжимает максимум. То есть это вот, если правильных людей собирать вместе, они делают очень хорошие вещи. Это вы говорили про ту самую школу анимации, о которой я слышал, наверное. Да, это и школа анимации, это вот наши же ребята уже обучают тех, которые не наши ребята, условно, да. Мы их собираем, мы их обучаем и доводим до какого-то уровня базисного. Интересно. Вы знаете, что мне пришло на ум? Вот есть такой термин корпоративная социальная ответственность, и в основном как бы этим термином оперирует крупный бизнес. Вот мы корпорация, у нас есть социальная ответственность. А вот ваши слова меня натолкнули на мысль о социальной ответственности даже малых бизнесов. И я вспомнил о проектах, которые, я как понимаю, это были не бизнес-проекты, это Donor Book, если я правильно помню. Я помню этого года проект Santa Us. Это социальная ответственность вас как гражданина, или она, или вы начали это делать после того, как у вас появился бизнес и возможности? Суть такая, да, это происходит не от одного меня, это истекает от каждого члена команды, да, то есть мы понимаем, что мы дуеры, да, мы делаем. Если мы делаем, то не всегда все, что мы делаем, коммерчески обосновано. То есть, условно, если исходить вот базисные, да, виженные принципы, ты понимаешь, что нужно делать что-то хорошее для людей. В некоторых случаях оно превращается в бизнес, когда у тебя создается продукт, который полезность приносит ему, какую-то эффективность приносит, что-то в этом роде. Иногда это превращается в продукт, который не имеет рынка, но является проблемой, допустим, Donor Book, да, тот же самый. То есть, когда ты видишь, что есть проблема того, что у тебя в Фейсбуке везде появляется, нужна кровь срочно, с другой стороны, в том же Фейсбуке сидят там миллион человек, у которых эта кровь в жилах, да? И как вопрос в том, чтобы классифицировать их, и чтобы люди могли обращаться к целевой группе людей, у которых эта кровь, и просить у них кровь. Да вот организовали и планировали, что при 5000 механизм заработает, он заработал там после 2000 юзеров. Ты понимаешь, что есть проблемы, надо решать. И бизнес в этом случае хорош тем, что ты всегда можешь не искать фандинг, какие-то отчеты писать и так далее, вот не уходить в бюрократию, просто взять деньги и решить вопрос. И в этом смысле он очень хорош в этом понимании, он хороший саппортер для решения социальных вопросов. А какие планы вот на ближайший или такой, на далекую перспективу? Какие планы? Есть не секрет, конечно. Не, не секрет. Вот мы увидели, что мы вот за этот год сделали 5 социальных проектов. Где-то с кооперейшене сделали, где-то сделали internal. И мы поняли, что окей, мы научились это делать. Наш каждый социальный проект выдает результат. Соответственно, нужно делать, что нужно создавать CSR-агентство, которое занимается уже непосредственно CSR. То есть условно брендировать опять в Prosperous CSR Agency, который эту деятельность уже предлагает как продукт, но из-за того, что это CSR, это делается non-profit, то есть покрываем только там налоги и все остальное, да. И тем самым мы опять вот нашли что-то полезное, которое делаем, да, и сейчас начнем его предоставлять рынку. Вот это первое, то, что вот на ближайшее время. А второе, мы сейчас уходим в интересную другую тему, это мы берем планшеты, привозим, дорабатываем внутреннюю часть, контент, и выставляем ее на рынок как продукт. И это как раз новый челлендж, потому что там появится сток-менеджмент, там появится логистика, там появится много других вопросов, да. И эту часть мы сейчас вот вопрос с логистикой решаем и будем заниматься этим еще направлением. Вот так. И я бы хотел вернуться к моменту, вот вы сказали Prosper CSR Agency. Да. Мы говорили на тему того, что вот это социальная ответственность крупных бизнесов, вы говорили о том, как вы это видите, как представитель среднего бизнеса. А основная цель, вы сказали, что это non-for-profit, CSR. А откуда появилась эта идея? То есть крупные бизнесы нуждаются в аутсорс-компании, которые будут их CSR-проекты вести? Или вы будете инициатором каких-то идей для крупных бизнесов? Идея пришла, то здесь четкая миссия компании. Почему мы вообще начинали это все? Да? Мы изначально себе поставили цель, что мы не будем ходить в детские дома
и приносить им Шекербюро. Этого не будет происходить. То есть, соответственно, а почему? Потому что это как бы превратилось, CSR докатился до такого уровня. Да? Когда ты просто пришел, там, коммитнулся, да? Дал Шекербюро, пошел пресс-релиз, написал и счастливо сидишь. Да? А мы поняли, что надо решать это. Есть вопросы, которые надо решать. Чем больше мы находили, мы их решали. И потом мы поняли, что окей, сегодня большинство бизнесов не CSR-активность ведут очень такую, да, то есть она никакая. У нас уже есть ауткамы, то есть есть проекты, которые дают результаты. Так почему бы это не делать уже с рынком? Не свои только деньги тратить на это, но и тратить каждого из них. При этом мы всегда балансируем между тем, чтобы решить реально социальную проблему, и при этом дать еще коммуникационный результат, чтобы и люди знали, что вот какая проблема решена, и, может, тоже присоединились, может, просто чтобы информированы были, да? Потому что я понимаю, что in the end of the day компания, когда тратит свой бюджет на решение социального вопроса, он в результате должен что-то получить. И это что-то может быть лояльность людей к ним. Допустим, вот очень хороший проект, это Snar Mobile мы 2 года ведем, да, это решение проблемы глухонемых. И вот одна точка — люди с ограниченными возможностями слуха, их проблемы. Там появляются, мы там CV расписали для них всех, потом мы видели, что они пустые, к HR пришли, и нечего было, то есть перспективы не видны были, да. А поняли, что нужно обучать. Следующий этап там сделали, Snar Mobile сделал этот, уроки, по Word, Excel, PowerPoint, видеоуроки с сурдопереводом, потом школу создали вместе и так далее. Да? То есть начали решать вопрос людей, людей, у которых ограниченные возможности слуха, и доводить, и делать это реально. Делать так, чтобы человек квалифицировался, человек устроился на работу, человек мог в каких-то комьюнити участвовать. То есть что-то реальное, что меняет их жизнь. И это классно. Это классно, потому что ты понимаешь, что ты решаешь какие-то вопросы, которые очень важны для каждого из людей вокруг. Да? И вот точно так же это можно делать с другими компаниями. Почему бы и нет? Почему других таких же компаний не привлекать, не делать для них сервисы, не прорабатывать для них стратегии? Why not? То есть почему бы не сделать так, чтобы ресурсы тратились на то, чтобы real outcome society, да, отдавать? Тем более сегодня есть интернет, сегодня есть социальные сети, и это дает хороший фидбэк обратно. Люди благодарны, когда видят, что есть чистый такой мотив решить какой-то вопрос. Вот это классно. У меня вопрос, который мы задаем каждому гостю нашего бизнес-класса. Вы человек, который не так давно начали свой бизнес. Вы человек, который сейчас ответственный за достаточно развитый, установившийся бизнес. И я бы хотел, чтобы вы поделились, я бы не сказал секретами, но что бы вы сейчас посоветовали людям, которые, как вы когда-то, имея степень бакалавра делового администрирования, стоят на перепутье, вот пойти дальше учиться или начать свой бизнес, или пойти работать на крупный бизнес и учиться чему-то. Что бы вы посоветовали людям, которые хотят начать свой бизнес? Как бы для этого надо понять, да, что вот человек, который условно, да, смотрит эту передачу сейчас, да, он сидит дома, там, смотрит параллельно, не знаю, там сериалы, параллельно эту передачу, там между ними play нажимает, да, там еще где-то что-то читает, да. Все, что ему нужно сделать, это начать. Просто вот все оставить и начать заниматься бизнесом. Как это происходит? Это ты создаешь гипотезу. Любую гипотезу. Эту гипотезу начинаешь проверять в жизни. Если эта гипотеза работает, то это уже бизнес. Если, пока ты проверяешь, это стартап. Просто не за день происходит, да, это происходит в определенный период времени. И вот когда ты начинаешь там думаешь над тем, что окей, там, а давай думать, да, можно как бы, есть несколько моделей, да, как это делать, да, как бы самое экологичное, наверное, это то, что ты придумываешь вещи, которые полезны вокруг тебя, людям, которых ты знаешь. Потом начинаешь с ними общаться на эту тему. Потом, когда ты видишь, что да, они заинтересованы, да, эта модель садится по финансам и так далее, тогда ты можешь начать ее делать. Начинать можно по-разному. Я за то, чтобы вначале не брать инвестиции ни у кого, потому что у тебя еще нет всех базисного опыта и знаний, которые тебе нужны. Да? Просто надо начать. Иногда будешь уходить в минусы, этого бояться не надо. Там как ушел в минус, так и вернешься в плюс. Да? Будешь просто выявлять финансовые
управление с финансами, где у тебя проблемы и так далее. И просто надо начать делать вот любую гипотезу, которую ты придумал, что ой, я хочу, не знаю, зубные щетки продавать бабушкам. Иди там, покажи бабушке зубную щетку, скажи, покупаешь или нет. Да, если он покупает, значит, эта гипотеза работает. Теперь надо исходить из того, как сделать самую лучшую зубную щетку для бабушки и так далее. И вот так потихоньку ты это начинаешь развивать. Просто надо начинать, надо остановить внутренний голос, который говорит, нет, ты что, нельзя, ты что, это риски. Надо не слушать всех, кто не занимается предпринимательством, потому что все они будут тебе говорить, что ой, башен хараболуб, гет, не блин, там, еще дзяль, там сяне, и все в этом роде. Это от всего этого, то есть людей надо уже классифицировать, если решил бизнесом заняться, да, на две части. Те, кто занимается бизнесом, то тот человек, который внутри, и он может тебе отдельные советы дать. И те, которые вне этого, да, которые не занимаются бизнесом, которые тебе не будут давать те советы, которые исходят из их опыта, знаний и видения жизни, да. И вот так вот, таким образом можно просто начать и делать. Сложнее всего поднимать стартап. Дальше все легко. То есть особо там не шевелишься, да, потому что дальше вот сейчас я на этапе, когда я вижу, что мне не хватает этого драйва, адреналина, я ухожу в стартап, новые проекты и так далее, да, именно которые как компании будут развиваться. Почему? Потому что мне этого адреналина не хватает, ты очень успокаиваешься. То есть первые там два года это очень классно трясет, это всегда нехватка кэша, это всегда миллион проблем, которые надо решать. И это классно. То есть в этот период ты становишься сильным. Это вот такой сложный путь, через который ты, проходя уже, у тебя хорошие навыки формируются. Ты можешь сразу же при общении на невербальном уровне уже чувствовать человек, жулик, не жулик, сделает работу, не сделает, еще миллион других вопросов. Да? И это все вот это формируется в эти два года. И это, наверное, даже стиль управления в этот же период формируется. А потом уже у тебя как бы есть переменные, которые ты собираешь, опять создаешь новые гипотезы и делаешь новые стартапы, да. И вот так это работает. Так что пройти через этот путь, это не всегда легко, но это очень интересно. Это интересно, это волнующе, это и скачки наверх, много радости, и скачки вниз, когда ты там ограничиваешь себя, что там полчаса погрущу и потом пойду работать дальше. Это такая история. И в этом смысле это классно. Спасибо большое, Вугар. Побольше вам скачков вверх. Спасибо. Спасибо, что сегодня пришли к нам на бизнес-урок. Удачи вам, и мы надеемся, что мы будем слышать о ваших новых проектах, новых начинаниях, новых идеях. Удачи во всем. Спасибо.